А молоко есть вообще в коктейле? Настоящее? Конечно. Документы есть у вас на продажу? Все есть. А можете показать? Начальник. Вот такой стаканчик прохладительного напитка обошелся нам 2 гривны. Продавщица заверила, в составе коктейля настоящее мороженое и молоко. Правда, показать документы, разрешающие торговать этой продукцией, она отказалась. Экспертиза доказывает, сейчас вместо настоящего молочного коктейля в Крыму продают смесь химических веществ из обезжиренного сухого молока, загустителей, консервантов, насыщенных жиров и красителей. ВСЭС уверяют, пока ситуация с отравлениями не катастрофическая. Но если потребитель будет и дальше покупать некачественный товар без лицензии, до добра это не доведет. Ситуация в Крыму характеризуется как сезонный подъем кишечных инфекций. Это регистрация спорадических случаев заболеваний на территории Автономной Республики Крым. Случаев эпидемических осложнений на территории не зарегистрировано. Главный санитарный врач Крыма развеял опасения жителей полуострова по поводу возможной эпидемии холеры. Напомним, в начале июня холерный эмбрион был обнаружен в Мариуполе. У нас случаев заболеваний ни холеры, ни вибрионосительства на территории Автономной Республики Крым не зарегистрировано. Кроме того, на пляжах установлено 148 эпидемиологически обоснованных точек, на которых проводятся исследования морской воды на наличие холерного вибриона. Остерегаться сейчас нужно не холеры, а паразитов. В Крыму зафиксировали очередной случай клещевого энцефалита. Всего, по данным Республиканской СЭС, в этом сезоне от укусов клещей пострадали более 1500 человек. Дарья Ковган, Евгений Луговской, служба новостей ТВ.